Тактический кисляк дальней пушки со штрафного напомнил всем о своем возвращении в состав. В этом эпизоде уже геройствовал Эдри. Недолго. На 35-й минуте и ему пришлось потянуться за мячом в сетку собственных ворот. Антон Путило умным пасом пяткой нашел Олега Страхановича, и полузащитник восстановил статус-кво в поединке. Но не в противостоянии, по сути, двух матчей. Забивать необходимо было еще дважды.